Вообще необычное дело, совершенно необычное. Здесь еще мостик, оказывается, есть какой-то. А, тут лететь на парашюте надо? Ну я полетел тогда! У-ху! Нет, куда ты? А куда? Друзья, всем привет, с вами Кузака, Проликс и Бебра, и сегодня у нас ножный паркур. Здорово, здорово. Всем здорово. Да, ножный, так. Необычно сказал, но вы сейчас поймете. Я знаю, я это проходил. Я офигеваю. Ну зачем ты так сразу? Я просто сейчас смотрел на статистику Проликса, у него 540 побед, говорит мне. Ты за год 540 побед сделал? Да нет, ну у меня до этого был другой персонаж. На этом же аккаунте. Такой же. Понятно. Нифига себе, это у нас прям... Давай я еще сейчас от первого лица включу, и типа я в турист. Турист, да. Эту пошел. Вот это давай, оба, Проликс. Ой, точнее, Бебра. Это не Проликс. Я женщина. Погнали, я хотел сказать, пойдем так этого Проликса обгоним. Я женщина с флагом России на спине. А, он ты женщина, но не посудомойка. А, так я такой же. Не существует. А я что, один мужик? Ты не мужик. Я негр. Осуждаю. Это, ты первый сам сказал, да. У тебя, ну, персонаж темнокожий. Ну да, темнокожий, а ты белый. Афроамериканец. По-моему. Сахаров. У тебя еще русский флаг на парашюте. А зачем нам парашют? Я не знаю, но потом пригодится. У меня чистый белый, хотя я сам черный. Я только что купил просто такой. Сейчас, я хочу тебе на голову прыгнуть. Я почему-то слышал, как кто-то упал. Тихо. Да, я тоже. А, так, подожди. Куда? Чё, реально вниз? А зачем? А, типа... Без тормозов. Я понял. Ай-яй-яй-яй, больно. Я прям своей африканской прической задел. А куда? Нифига себе, вот это прикольное дело. Друзья, если вы тоже хотите вместе с нами играть, то переходите в мой Social Club и добавляйте меня в друзья! Я полетел! Я точно так же упал, поэтому сейчас краус. Я тоже. Охренеть. Да вы все там попадали. Нормально. Неожиданно. Нюхай Бебру аккуратненько. Так, сам ты нюхай. Я Бебру. Постараюсь. Так ник нюхай Бебру у Бебру. Ну так. Бебру. Это вообще надо себя так назвать? Нюхай, ну, писюн. А чё писюн-то? Ну Бебра, это писюны же. Почему писюн? А что, по-твоему? Это самый настоящий мужской писюн. Это лопат. Бебра же писюн. Нюхай писюн. А, не-не-не, подожди. Это лопата. А что? Я не говорил, Бебра? Что я писюн. Ну да, ты не говорил, но ты назвал себя нюхай писюн. Нюхай писюн. Ну он нюхает, типа, писюн. Он писюн и нюхает, но он не писюн сам при этом. То есть он всем нам говорит... А, это как, знаете, училка типа в зуме, скажи... В зуме. Училка кто зуме. К нам присоединился? К нам присоединился, и я сосал. Я сосал. Я шалал. Да, я шалал. Вот нюхай Бебру, что-то в том же репертуаре у нас. Ну, не у нас, а вот так отдаленно. Капец, так, ты куда Проликс убежал? Мы прям наверх Челяда должны подняться. А? Да и... Тихо! Живи! Нет! Куда? Ты тоже там куда? Что-то свалился? Вы можете я подождать просто... меня, пожалуйста? Вот, а, видел, да? Да я меня... недалеко, не переживай. Короче, геймпад разваливается уже весь. Надо на DualSense менять, но DualSense не работает в GTA 5. А, да, не работает? Было... Прикинь, близко, DualSense куда, 5 куда, нет. Куда? А чё, разработчики совсем уже обурели? Реально, да, есть такое. Куда ты прыгаешь? Капец, я такой вообще красавчик, у меня бронза. Я на третьей позиции, друзья. Дратуть. О, привет. Ага, а что здесь просто вот так вот не остановиться, падаем, не да? Падаем. А туда можно? Так. А, она прозрачная, что ли? Подожди. Он... Посередине. Он, короче, нет. А, можно здесь. Меня уж испугал, что здесь вообще все не для людей. А что он такой? Только для людей. Да не, блядь, точно! А ты где, Проликс? Ты что, уже с неба наблюдаешь? Он уехал, все. Проликс, подожди, контентик нужен, давайте втроем соберемся. Да я вам сейчас наделаю контентика. Не что надо, там, ты вот сразу на нас сверху. Могу нахрать.
Да ёма, да какой парашют, алё! Спасибо за идею. Так, я слишком опасно бегу очень быстро, потому что у меня персонаж очень дебильный. Не, я реально не знаю, чего. Тебе надо догнать нас. Давай, вы на каком чекпоинте? Вы уже на финише там. Я на 13-м, ну сейчас 14-й. О, 15-й, 13-й. Проликс убежал. Проликс. Да я тоже на 14-м. Он проходил это, потому что, офигеть, когда ты мог это проходить? Да, он плюс в 22-м году летом. Вообще. Мы турнир играли, я проходил это. Когда турнир в GTA 5 был, когда еще? В России в 2014 году, когда в Сочи было? Нет. Не, я не буду говорить это. О, я вижу Проликса, я посчитаю. Потом после записи. Избей его, пожалуйста, чтобы он не убегал больше от нас. Тут надень ему наручники на ноги, чтобы он просто мог на руках проходил, блять, это. Тут очень страшный элемент, я понимаю, почему он аккуратненько идет. А, там реально сложнее идет. Пацаны, подождите. Я ж там только на контроле проходил. Я помню, мне раньше всегда лагала запись, я такой, пацаны, подождите. У меня ноутбук остывал, продолжали потом. Мама! Я помню, здесь реально выступ. Для учебы. Видосы с 2016-го, звоним Олегу кофе. Почему мне нужен Porsche Carrera? 12 часов ночи, мы проходим нужный паркур. Ну, у кого 12, у кого 9. Ну, у тебя 12. У меня час ночи. Видимо, в 12 часов ночи лучше проходит такой, да, Проликс? Да нет. Так подождите же нас. Как выйти? Я уже финишировать хочу. Я видел, как он на лицо упал просто. Почему не надо? Капец. Капец, здесь правда опасно так по такой тоненькой. Подожди, не, я жду. Тут это, там финиш уже. Проликс, упади просто. А он что, здесь можно лететь? На парашюте. А, я тут лечу лететь на парашюте надо? Ну я полетел тогда! У-ху! Нет, куда ты? А куда? Нет, тебе наверх. Тебе наверх еще. Ты еще не добрался. Все, парни, я финишировал. Да. Финиш, нюх. Я просто интересно за вами понаблюдать, чем стоять. Ну да, куколдить там что-то долго. Ну, за мной нет смысла наблюдать, я тут жду просто. Оп. Вообще необычное дело, совершенно необычное. Здесь еще мостик, оказывается, есть какой-то. А вот, а я тут скалолаз такой, да, немножко, в кедиках. Я хочу посмотреть, как ты вот этот элемент сейчас пройдешь. А что здесь? Легко все. Оп. На заборчик. Да не, мне смешно смотреть, как ты на лицо падаешь. О! А чё это? Чё это тут такое? Полетели. Спасибо. А чё, тут можно глайдом уже? Можно. А я не умею. Хочешь? Я глайдом. Зачем? Чтобы первую позицию взять, которая вторая. Молодец. Я тебя ждал, для чего? Чтобы я занял твою вторую позицию. Просто. Ну... Да я вижу, да. Я без парашюта тогда, можно? Ну, а большое спасибо. Конечно. Простите, мистер Бебра. Мистер Бебра не прощает таких вещей. Мистер Бебра больше не будет ждать вас. Нет.